Всем привет! В этом видео я хотел бы рассказать о новой криптобирже Prime XBT. Биржа эта относительно молодая, появилась она недавно, но уже заняла свои позиции, как бы благодаря тому, что она довольно интересная биржа. В ней можно торговать с плечом 100, и это как бы не совсем криптобиржа, она как бы себя позиционирует как криптоплатформа, потому что она действительно криптоплатформа. Она как бы совмещенная криптобиржа с платформой, где можно торговать различными валютами. То есть, так как на Форексе можно торговать валютами, там, различными валютами других стран, там, европейских там, и других. Также можно золотом, серебром торговать, то есть, довольно большой функционал у биржи. Так, ну вот сама биржа, значит, она русифицирована. На самом деле она переведена на очень множество количеств языков. Ну вот включаем мы русский язык. Значит, вот такой у нее интерфейс. С золотом, евро, долларами, еще 30 активами, S&P 500. Так что... Так, переведена она почти полностью, но вот немножко там как бы видео, обучающие уроки, они почему-то на английском языке. Вот, поэтому я немножко расскажу, как торговать, как зарегистрироваться, как ставить ордера, как вводить деньги. Ну, вначале мы что видим? Откройте счет прямо сейчас, на это уйдет всего 40 секунд, без процедуры курс. На самом деле, да, удобно, что у нее нет... Не обязательно верифицировать, там свои документы подавать. После этого можно торговать, как на других биржах. На этой можно торговать анонимно. Ну, давайте поглядим, сколько 40 секунд она. За сколько я сейчас зарегистрируюсь. Так, электронная почта, регистрация. Так, пароль, придумываю пароль. Принимаю. Так, отправляется письмо на почту. Письма мы пока не видим. Так, тогда пока ждем письмо. Расскажу еще о бирже. Так, на самом деле я на ней зарегистрировался. Ага, вот пришло письмо. Так, подтвердите. Подтвердите. В письме надо нажать на ссылку. Регистрация завершена. Дело в том, что... Так, последний шаг. Выбрать страну. Выбираем страну. Страна у нас Россия. Видео немножко подтормаживает, точнее браузер немножко подтормаживает из-за того, что у меня обычно программа записи с экрана. На самом деле никаких тут тормозов нету, сайт работает отлично. Так, Россия. Российская Федерация. Завершить. Так, вот мы зашли. Поздравляем с открытием счета на Prime XBT. Мы предоставляем доступ в отчете. Угу. Как бы. Так, внесите свой первый депозит и получите $50. Велком и бонус. Чтобы начать торговать с использованием кредитного плеча и получить доступ информацию, необходимо внести биткоин на свой личный кошелек. Пополните на 0,9 тысячных БТС и получите бонус. На самом деле, я уже зарегистрировался на этой бирже и тоже получил этот бонус. Я перевел 0,01
одну сотую биткоина, мне зачислился этот бонус 50 долларов. Что такое бонус? Это как сказать? Бонус — это как ваучер. Эти ваучеры разыгрывают как бы многие, ну не многие, но я видел, бывает какие-то промо-акции разыгрывают, ну, такие известные криптобиржи. Но они как бы разыгрывают среди там выигравших, а тут как бы всем. Вот, но я получил, как бы, как вносить деньги. Значит, получается, ну, вот дается адрес, на который переводится вся единственная валюта, которая используется на этой бирже, она в биткоинах. То есть ее там можно менять, торговать. Поэтому, чтобы торговать на бирже, нужно внести биткоин. Ну, биткоин как вносится? Если у вас Trust Wallet, скажем, вы просто включаете, наводите на этот QR-код этот, вот, ну, у вас это записывается и переводите. Я переводил я, в общем, как я сказал, 0,01 биткоин. На Trust Wallet мне записало, что после одного подтверждения, что ушли, вот, а биржа, она как бы через три подтверждения только зачислила их. Хотя сразу там было указано, что они ожидают зачисления. Так что вот, сразу переводим деньги и все. Но можно еще функцию купить биткоин. Это, я так понимаю, покупать через карту. Но, как бы сказать честно, я не пользовался этой функцией. Я перевел биткоин, вот. То есть можно через Visa и MasterCard. Поэтому, как бы сказать, как он работает, я не знаю. Ну, как, наверное, как везде. Но подтвердить я как бы не могу, потому что я не покупал через это. Так, что мы дальше делаем? Значит, вот мой аккаунт, потом я перевел деньги в другой аккаунт. Там я просто зарегистрировался. Так, что у меня получилось? Значит, немножко расскажу о самом, как бы, когда зайдете на сайт свой, в свой аккаунт, что тут находится. Во-первых, все на русском языке, что довольно удобно по сравнению с другими сайтами. Значит, депозит. Депозит у нас. Депозит. Вот это когда переводить деньги на биткоины. Значит, вот здесь я еще, наверное, повторюсь. Вот история депозитов. Вот я переводил 0,11 биткоинов вчера, да, сегодня 21, 20. На Trust Wallet через 15 минут переводил я с минимальной комиссией, то есть с дешевой комиссией 90 центов. У меня там стоит выставлена дешевая комиссия, как-то там низкая, или как она там называется. То есть за 15 минут Trust Wallet написал, что деньги отправлены. Тут они пришли после третьего подтверждения, но здесь было после первого подтверждения написано «ожидается». То есть, поэтому если будете переводить, так не бойтесь. Тут написано «ожидается», как бы, ну, то, что куда-то ваши деньги там не туда ушли. Ну, вот буквально через 15 минут тут ожидается, а потом через минут 45 завершено, и они появились на счете. Вот здесь они появились. Значит, бонус не начислен, вот он, 60 долларов где-то, примерно 60 долларов. Так, что это такое, что за бонус, который выдает? Ваучер. Вот этот бонус можно использовать только для торговли. То есть он как обеспечение. Сам его вывести нельзя, то есть зарегистрировать и получить сразу же этот, как бы, бонус. То есть вы на него можете поставить, так как тут ставка 100 к 1 плечо, 100 к 1, можете поставить 0,6, фактически 0,6 биткоина. То есть торговать 0,6 биткоинами. 0,6 биткоина — это где-то сейчас
Ну, порядка чуть меньше 6 тысяч долларов. Да, получается так. 6 тысяч долларов. 60 баксов умножить на 100. Да, 6 тысяч долларов. То есть можно ордера ставить на 6 тысяч долларов этим бонусом. Но выводить его нельзя, если вы наторгуете с 6 тысяч долларов, там, я не знаю, 30%, там, 1800 долларов, то их можете вывести, а этот не увидите. Так, внизу история торговли написана. Но это я тут немножко поторговал. Сначала в минус, потом в плюс, потом еще в плюс. Но я небольшими суммами. Фактически я торговал с плечом 100, вот последние 20 долларами фактически. То есть 0,2 доллара 20 долларами торговал. Но это чисто так. Это как бы несерьезные суммы просто. Так, комиссия за перевод тут. Это вывод. Значит, вывод, если будете потом глядеть, он, по-моему, составляет 5 тысячных. Ага, 5 десятитысячных. Но это порядка 4,5 долларов, но это стандартный вывод. Сказать, что уж он какой-то большой, я не скажу, потому что стандартный перевод. Потому что когда вот таким переводом выводишь деньги, они приходят довольно быстро, а когда загруженность большая, сети биткоина, то если с меньшим количеством, он может идти хрен знает сколько, там вплоть до суток и более, и больше. Вот, значит, комиссия за перевод не очень большая, стандартная. Значит, у этой криптобиржи фактически все деньги хранятся на холодных кошельках, то есть это сделано для безопасности. Когда безопасно, чтобы они хранились и чтобы никто взломать не мог, потому что они хранятся на холодных кошельках, и их с интернета как бы нельзя вывести, там кто-то анонимно подключиться и выведет там с помощью кодов, там паролей, логинов невозможно. Поэтому обрабатываются выводы один раз в день с 12 по 14 часов. Но это общепризнанное время. Москва плюс 3 часа, то есть, наверное, когда с 15 по 5, ну, с 3 до 5 часов должны деньги прийти. То есть, если даете вывод, вывод запрошенный после 12 будут обработаны. То есть, если до 12 успеете, то будет вывод с 3 до 5 на другой день. Если не успеете, то... Ну, в общем, понятно. Так, партнерская программа. Партнерская эта программа тут очень интересная, она многоуровневая. Вплоть до 50%, как я читал. Она многоуровневая, то есть идет прямой 20%. Если кто-то под вашим рефералом зарегистрировался на 15, идет 10,5. Довольно интересная программа. До 50% получается, да? Где-то да. До 50%. Но это как бы не от суммы, а от комиссии, уплаченной при торговле. Так, что ты еще интересного? Значит, ну вот я тут уже что-то торгнул на 0,62 биткоина. Так, значит, когда у вас придут деньги, они придут вот на сюда, в баланс. То есть вы перейдете сюда, и бонус зачислится тоже сюда же. Поэтому внести средства на кошелек, вывести на кошелек. То есть у вас вот такое же окно будет. Вы можете туда-обратно. То есть вот это я обратно могу сейчас перекинуть на кошелек. Вот, а когда у меня здесь будут деньги, то я могу и перекинуть обратно. То есть кошелек это отдельно, как бы просто они лежат тут, а торговый счет это тем, которым мы торгуем. Так, ну что ж, тут вроде все ясно и понятно. Приходим на торговлю. Так, если честно, когда я первый раз сюда пришел, я немножко
удивлен, мне показалось как-то непонятный интерфейс. Вот. Но когда я разобрался, я понял, что это, наверное, самый простой интерфейс. И довольно просто торговать, вообще просто. То есть тут как бы сокращено до минимума все как бы там какие-то всякую ерунду, которую там добавлено, которую непонятное. Тут вообще можно просто сразу же торговать. Никакой сложности тут нет. Ну, немножко расскажу, как торгуют на биржах, если кто не знает. Значит, для начала, вот это график, это там стоимость этого биткоина. Можно переключить на там, на эфир. Вот это график. Значит, что мы делаем? Мы покупаем задешево, продаем, когда он вырос. Значит, покупать здесь, а потом продавать здесь, это себе убыток. Ну, это понятно. Так, вот переходим на график биткоина. Значит, для начала я советую всем. Вот здесь 1 минута. То есть это график минутный. Вот это каждая свеча 1 минуту торгов. Что эти свечи обозначают? Вот как бы, вот допустим, одна свеча, вот эта минута была там, допустим, 18:39. Внизу подписано 18:39. Значит, началась торговать с 9367. В конце, значит, она была в конце минуты 9378. А время этой минуты, вот она елозила вот в этих пределах. Начало — это конец. Если рост, то зеленая свеча, если падение, то красная свеча. То есть движение за 1 минуту и начало и конца, конец торгов. Значит, сначала мы глядим, скажем так, лучше поглядеть дневку. То есть одна свеча, один день. Мы глядим общее направление курса биткоина, то есть тренд биткоина, куда он движется. Ну вот, скажем, видно, что он вот тут все рос, а тут как бы непонятно, что с ним будет дальше. И куда он пойдет. Вот так он пойдет. Либо он тут попрыгает и пойдет снова выше. Тут непонятно как бы. Глядим часовой график. Часовой график — это каждый час. Свеча каждый час. Ну что она тут? Так, так. Ну вот мне кажется лично. Мне кажется лично, что она пойдет. Вот она сталкивается здесь с каким-то сопротивлением. Скорее всего, идут продажи. Вот эти бары, свечи. То есть вот сколько уже 2 раза столкнулась. Третья она пойдет сюда, столкнется, тогда кубарем покатится. Либо она пробьет его, но скорее всего третий бар вниз. Я так почему-то думаю. Вот. Но это как бы для как бы не краткосрочной торговли, а для долгой торговли. Так, поглядели и переходим на минутку. То есть каждый этот на минутку. Ну куда она сейчас пойдет? Я считаю, что она вниз пойдет. То есть он поднялся, потом опустился, потом отскок пошел, но мне кажется, он все равно вниз упадет. Куда пойдет, мы, конечно, не знаем, но все-таки. Что мы делаем? Значит, как торговать? Значит, это у нас позиция. Тут будут выставлены позиции, где я поставил я позиции по каким валютам. То есть биткоин, может там у тебя несколько быть, там вот золото. Чего только нету. Честно говоря, я валютами сильно не торгую, поэтому мне даже интересно поторговать. Там обязательно поторгую. Потому что у них волатильность маленькая, они как-то идут все как в каналах, так можно попробовать будет. Так, что мы делаем? Значит, ставку можно сделать прямо отсюда, то есть позицию свою. Это значит sell, это мы вот это означает 0,2 доллара. С плечом 100 это 20 долларов фактически. Если я ставлю единицу, это будет 100 долларов поставлено фактически. Вот. А максимум я могу поставить, у меня 102 доллара.
Значит, максимум я могу поставить, если я поставлю $100 своих, то это будет 10 тысяч долларов ставка. Это, конечно, очень серьезная ставка. Тем более, не забывайте, что с ключом 100, с кредитным ключом 100, у вас любое движение, если вы поставите все деньги на 10 тысяч долларов, у вас пойдет вниз, ну, не в ту сторону, в куда вы хотите, у вас может ликвиднуть депозит. Поэтому я советую ставить понемножку. Ну, скажем, давайте мы сегодня поставим, ну, пусть мы 20, нет, 20 мы не будем ставить. Поставим мы 0,5 это $50. $50. Угу. Так. Покупать можно прямо отсюда. То есть покупаем, но это будет покупаться по рынку. Вот по этим ценам, которые вот сейчас идут, они постоянно меняются. Вот. Так, это мы ставим на продажу, это мы ставим на покупку. То есть если мы считаем, что пойдет вниз, мы нажимаем sell, продать. Если мы считаем, что пойдет вверх, нажимаем buy, купить. Вот. То есть моментально можно ставку поставить и нажать. И у вас тут ордер отобразится. Можно делать через такое окно. Тут как бы возможности больше. Потому что так, у вас тут написано BTS, USDT. Допустим 0.5. Так, продать или купить. И можно выставлять take profit и stop loss. Так, что такое take profit? Take profit я, допустим, поставил сюда на падении. Вот как у меня дошло это падение до стальфита, у меня оно автоматически продалось. Но если пошло не в мою сторону, я ставлю на stop loss. Допустим, если он вместо вниз пошел вверх, то он у меня дойдет до верху, скажем, я поставлю. И он у меня сразу же продастся, с убытком, конечно, но сразу же продастся. И дальше, вот, если он пойдет, ну как бы, я не потеряю. Ну поэтому ставим мы, я считаю, будет продажа. Пойдет он вниз. Так, стоп-лосс мы ставим, если мы сюда ложим. Так, стоп-лосс мы ставим 9380, скажем так. Нет, стоп-лосс мы поставим выше. 9383. Стоп-лосс. Значит, дойдет до сюда, и у меня автоматически продастся, если он не в мою сторону пойдет. А профит мы поставим, ну скажем, ну я думаю, что вот до сих пор 9356. Так. 9800. Что-то я неправильно тут написал. 9383. 9383. Я совсем тут неправильно написал. Так, вот, 97. Если сюда, то у нас сработает стоп. А, не успел. Не успел немножко. Немножко не успел. Так, сейчас я не знаю, куда дальше ставить. Фактически. Ладно, поставим, как я планировал, вниз. Поставим, как я планировал, вниз. Снизим немножко ставку. Поставим $20. Так, 9380. Ну, в принципе, я правильно угадал направление.
Ладно, тут в этом видео главное показать. В этом видео главное показать, как торговать. Конечно, он пошел не в ту сторону. Но будем надеяться, что все будет нормально. Так, что еще тут показать? Значит, вот у нас деньги, которые баланс. Вот использование маржи, свободная маржа. Вот это вот сейчас пошел, я потерял 13 центов, но сейчас уже плюс 3 цента, 5 центов. Использована маржа на $18. Фактически. Так, что тут еще? Значит, менять и эти можно два раза нажимая. И вот стоп-лосс. Допустим, у нас он стоит 9383. То есть вот до сюда дойдет, не в мою сторону, он сразу автоматически продастся, чтобы больше убытков не было. А 356, вот, это как бы он сразу, как только сюда пойдет, то сразу у меня продастся, чтобы зафиксировать прибыль. Это все можно менять, убирать. То есть модификация позиции, все это меняется. Тут все это довольно просто, удобно. Так, и что у нас? Все пошло в мою сторону. Так, доллар где-то у меня пока с $20 доллар заработан. Но как выйти из позиции? Нажимаем крестик. И ну, выход из позиции. Ладно, покажу, как это делается. Хотя, по идее, он дальше бы стал падать. Так, в итоге мы получили... В итоге мы получили, заработали деньги. Хотя, если бы я не записывал видео, я бы, наверное, подождал, потому что дальше будет, я думаю, вот до сих пор. Так, что у нас получается на счете? На счете 89 центов. Ну, с $20 фактически, точнее говоря, не с $20, а с 20 центов получилось 0,89, потому что 20 центов. Я оставил с плечом 100, получилось $20, вот 4,8%. Вот тут, хотя я одновременно видео записываю, одновременно тут разговариваю, одновременно тут за всем гляжу, и то мне как-то умудрилось выйти в плюс. Поэтому биржа интересная, она какая-то такая очень удобная по сравнению там с другими. Там слишком много всего надо изучать, здесь просто очень просто. По графикам глядишь, ставишь вниз, вверх. И все получается. Конечно, на видео я не могу сейчас $100 поставить и играть тут одновременно, записывать видео. Это довольно напряженное занятие. Вот. Ну, в общем, я показал, как ставить, как делать ставки, как снимать ставку, тут крестик нажимаем, либо просто продать эту же сумму, просто если вы на вниз, как я ставил я на падение, тогда вам просто нажимаете на эту кнопку, и она у вас, этот же ордер ваш перекупает, как бы. Так, здесь ордера, здесь сделки ваши. Так, турбо, я даже не знаю, что это такое, если честно говоря. А, это понятно. Демо-баланс. Опционы типа. Ну, как бы это уж для тех, кого интересуется, сами поглядят как-то. На дело. Я хотел показать основной принцип торговли, основной как функционал биржи. Но я думаю, большинство как бы вещей я объяснил. Если кому-то будет непонятно, пишите в комментариях, я постараюсь ответить, помочь. Также там будет ссылка для регистрации. Если хотите, зарегистрируйтесь по моей ссылке. Я вам, если что, помогу, если у вас какие-то вопросы будут. Ну, а так, удобная биржа. Очень интересная. Интересная тем, что там есть валюты разные, можно
с другими валютами поторговать, попробовать. Поэтому эта биржа мне понравилась. Поэтому записываю видео. В общем, не пропустите эту биржу, поглядите. Я думаю, тоже она вам понравится. Какая-то она своеобразная, такой удобство у ней. Удобство и какой-то функционал интересный. Так, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, счастливо.